Москве. Ты видел? Нет. Проект, что сделал Юрий Михайлович Ушков. Он сейчас носит гостиницу Москва. А, это да, это слыхал. Ты с этим согласен? Молодец. Вот знаешь, он говорит... И... Известно стал. При шарфе и скепе, как Биндер Остава. Тут поужин, мужик и вода. Тут мрак, красота спальных районов. Рущевки, общаги, дождь за шиворот льет. Жизнь такая хуевая, но черный юмор имеет место. У блиномесов каникулы в Мексике, в Калифорнии каждый день учеба. И еще уголовный кодекс не только прочел, выучил наизусть. А помнишь тогда на Олдсмобиле модели Жигули по трассе несусь? Ебу в рот вашу добрую грусть. Это Нуан, черная Прибалтика и Беларусь. В багажнике два трупа, грубо говоря, зажмурил ни за что. Закинулся клубой и прям так все доебало, аж до криминала довело. Блять, мокруха! Настал глок и двум мудакам по выстрелу в лоб. Уже холодных обернув ковер к морю везу. Надеюсь, прибьет через пару суток к берегам Швеции. Там пусть местный перемейсон расследует дельца. А здесь все так же, дождь безнадега. Улица темная, российский нуар, ёба. Российский нуар, а ты угар. Просто пытаться выплыть, пиздец настал. Российский нуар, а ты угар. Просто пытаться выплыть, пиздец настал. Российский нуар, а ты угар. Просто пытаться выплыть, пиздец настал. Российский нуар, а ты угар. Просто пытаться выплыть, пиздец настал. Нахуя вообще? Ебать, брат.